Добрый день, девочки и мальчики! Представляю вам книгу «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» Алексея Толстого. Мальчишки и девчонки, отгадайте загадку. Длинный нос, колпак смешной. Отгадайте, кто такой? Необычная история деревянного человечка, озорного и непослушного, но очень доброго, искреннего и простодушного. Однажды столяру Джузеппе попалась под руку полена, которая пищала человеческим голосом. Джузеппе дарит говорящее полено своему другу Карло. Карло мастерит деревянную куклу и, как вы думаете, называет ее? Буратино. И вот тут и начались приключения. На его пути попадается очень много испытаний. Он учится различать добро и зло. Буратино получает от черепахи Тортилы золотой ключик и узнает о его тайне. Вместе со всеми своими друзьями открывает свой собственный театр и дают свое первое представление. Что же было за потайной дверью? Хотите узнать, что будет дальше с деревянным мальчиком и его друзьями? Читайте «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» во всех филиалах муниципальной библиотеки «Хашдэу».